Исторический факт, что крестоносцы, когда шли на войну, они крестились, потому что они же шли, ну, типа, на священную войну, да? Но они совершали один очень важный акт. Знаете какой? Когда они погружались в воду, они свой меч оставляли над водой. То есть все принадлежит Богу, кроме вот этой штуки, которая будет убивать, уничтожать, совершать прочие совершенно недостойные действия. Такое чувство, что у нас сейчас с вами тема денег – это вот этот вот меч. Я готов Богу отдать, ну, конечно, готов. Я готов Богу отдать, что мои болезни, мои проклятия, мои немощи, мои проблемы, мое неустройство, мою жену капризную, моего мужа, какой-нибудь эпитет, да, рядом с этим. Очень легко отдать это Богу. А вот это мое.